Всем привет, мои дорогие! Долго думала, в каком же ракурсе снять пустые баночки. Внизу у меня собираются ребята, а я решила отснять то, что... В общем, мы выселяемся из номера, это будут пустые баночки Москвы. Итак, смотрите, очень понравился шампунь мужу. Это его любимый шампунь с артикулом 1303. Он с нами, наверное, всегда. Это шампунь, во-первых, против перхоти, во-вторых, против контроля над жирностью. Называется «Зеленый чай». Пару питательных масочек обязательно я израсходовала, потому что волосы жгли, делали прически. Была ассамблея Faberlic, да, как вы понимаете, и наше проектное мероприятие. Поэтому вот эту маску я с собой всегда беру. Это артикул 8212, маска питательная для всех типов волос. Так, следующая маска с артикулом 1890, она идет как маска активное питание. Она тоже обеспечивает глубокий уход, работает отлично, работает очень хорошо, поэтому я прям кайфанула с этой масочкой. Тоже мне все понравилось, и волосы такие, знаете, гладкие, рассыпчатые, классные. Я сейчас, не досушив голову, как раз делала с этой маской, и могу вам сказать, что... Они какие-то, вот видите, рассыпчатые, не лохматые. Мне понравилось, вот именно вот эта маска делает волосы рассыпчатыми, не лохматыми, а не пушистыми, то есть такими прям хорошенькими. Прям кайф-кайф. Вот прямо вот это слово и есть. Да. Дальше, смотрите, у меня закончился корректор глубоких морщин с артикулом 3071. Перед каждым мероприятием я этот шприц наносила. И скажу больше, я взяла с собой аж целых 3, потому что я хочу пофоткаться в том месте, куда еду дальше. Так, это у меня там муж ходит, проверяет. Собираюсь. Да, вот они собирают сумки, а мама убежала снимать. Так, дальше дезодорант, антиперспирант. Чуть-чуть осталось, решили выкинуть, потому что куда-то уронили крышку, и горничная ее замела, и мы остались без крышки. Отличный, очень надежный унисекс-аромат. Артикул 2351. Далее очень много таких вот патчей я израсходовала, просто огромное количество. Артикул 1089 очень нравится именно перед макияжем, понимаете, вот перед макияжем это просто самое то, что мне нужно. Дальше тоник гиалуроника после мицеллярной воды. Мицеллярную воду я с собой тоже брала. Артикул 2820. Это увлажняющий тоник для лица, поэтому тут идет два в одном. Так, закончился практически тональный крем. Тут осталось уже чуть-чуть, на несколько раз. У меня с собой был целый флакон и вот эти остаточки. Тон мне очень понравился, артикул 6175, поэтому я уже решила его тоже тут оставить. Сейчас он на мне. Я его решила дорасходовать. Мне нравится эффект, потому что он еще идет омолаживающий. Но сейчас есть тональные кремы куда круче от компании Faberlic. Прям намного круче есть кремы. Поэтому этот я уже дорасходую дома. У меня еще есть пара пачечек. Выгнала мужа, чтоб не шебаршал. Смотрите, еще такой вот гель для умывания. Очень-очень понравился. Артикул 2820. У него реально легкая гелеобразная текстура. Очень понравилось ему умываться. Он очень хорошо пенится. Прямо, знаете, вот то ощущение, когда вот пару раз умылся, то он увлажняет, не просит уже никакого увлажнения. Но я все равно пользуюсь антивозрастными кремами. Так, волосы. Тоже очень понравился этот бальзам. Да, все мы с вами знаем, что маска питает волосы, бальзам чешуйки закрывает. Поэтому после маски всегда нужно делать бальзам. Чуть-чуть, немножечко, совсем капелюсечку. 1881, вот я все 9 дней им пользовалась. Голову мыла каждый день, потому что, ну, практически каждый день у меня была прическа от мастера. Куча различных салфеток. Это лаки, наши новые лаки, да, я на них пробовала. Такие вот, ну, знаете, обычные салфетки, хорошие, дезодорирующие, 24-69, хорошо справляются. Закончился у нас коктейль Wellness с очень крутым составом, с кучей витамин и так далее. Вот у него состав. Ну, могу сказать, что когда утром на завтрак сходить некогда, когда ты встаешь в 5 утра на прическу, то, конечно, это сложно, это действительно очень сложно. Конечно же, не хочется уже ни на какие завтраки, ничего бежать, хочется на полчаса дольше поспать.
Поэтому я просто пила коктейль в номере. Дальше бальзам восстанавливающий, комплекс 2711, да, то есть пару масочек, пару бальзамов я вот на такую длину за 9 дней хоть бы что израсходовала, получается. Все равно они уходят. Плюс дочечка помогла сегодня с утра дорасходовать. Дальше поддержка печени. Это биологически активная добавка. Мы о ней с вами недавно разговаривали в VIP-новинках. Был перевыпуск поддержки печени. Обязательно омега-3 форте. Вот мы выпили вчетвером или впятером, получается 157-79. Обязательно витамин D3. Мы все пили по 5 штук с утра. И вот у нас минусом 2 баночки произошло. Артикул 157-77. Ну и сахар-контроль. Пью его на постоянной основе сейчас на данный момент. Не знаю, вот правильно-неправильно артикул 156-83, потому что уже вышел, все вы видели в VIP-новинках, новый сахар-контроль. Но что могу сказать, сладкого действительно хочется поменьше. Прям поменьше, и меня это радует. Ну что ж, эти пустые баночки я ставлю на стоп. С вами была Кунова Аня. Скоро перейдем к другим пустым баночкам после отпуска. Всем привет, дорогие мои, с вами Кунова Аня, проект Faberlic Online, и это пустышки Дубаев. Пустышки, часть вторая, получается, у меня еще были пустышки Москвы. Да, условия не очень, поэтому сразу же прошу меня простить. Так, ну что ж, что же нас ждало в этой поездке? Я израсходовала 2 таких вот шприца, мне очень хотелось. Один начала в Москве, и вот 2 сейчас тут закончила. Наносила на декольте, на шею и на все лицо. Артикул 3071. Чем он мне нравится, это тем, что он действительно корректирует овал лица, потому что это альтернатива гиалуроновым филлерам. Такой вот шприц прикольный. Не знаю, есть там что-то или нет. Ну вот видите, да, такой вот кремушка. Мне он очень нравится, потому что через час кожа более гладкая, максимальная эффективность у него через 6 часов. То есть он таким образом работает. То есть сразу вроде бы незаметно, а потом смотришь, все моложе и моложе становишься. И если его использовать 30 дней, то эффект будет еще круче, потому что тут и новофтем, и витамин Е, и витамин С, и пентовитин. Он сохраняет влагу в коже, способствует поддержанию ее упругости. Очень понравился. Давным-давно им уже вот пользуюсь. Так, побежим с вами дальше. Конечно же, как же в отпуске без этих дней? И теперь я могу сравнить старые и новые прокладки. И могу сказать, что, на мой взгляд, они ничем не отличаются. Старые уже говорить артикул не буду. Эй, Коки, я тут обзор снимаю. Да, идите-ка, идите-ка. Пришли тут. Я их приручила, представляете? Я их приручила тут за 12 дней. Они у меня кушать ходили ко мне. И теперь уже пришли как подружки. Типа, давай кушать. Что это ты тут не тем делом занимаешься? Так, артикул 112-89 у новых. Ну, могу сказать, что отличные. Какие были классные, такие остались. Нет, они нисколько не лучше. Они стали такие же. Вот. Но наши прокладки, они просто крутые. Сами по себе. Так, дальше мы поделали кучу масок. Это омолаживающая маска для лица, антигравитация. Очень симпатичная, кстати, маска. Очень хорошо ухаживает, да, за лицом, за кожей. Мне она нравится. Артикул 0462. Дальше, значит, антивозрастная маска. Химический состав граната уникален. В нем содержится невероятное количество витаминов. Вот, она стимулирует выработку кожи собственного коллагена. Артикул 2072. Тоже классные маски. Все не тканевые, обычные, тоненькие такие, хорошенькие. Хорошо кладутся на лицо. Далее это алоэ безмятежность 0463. Это делал мой муж и моя дочка. А муж не любит мазаться кремом против загара. И все время любит загорать. Единственное, что я могу намазать, это нос. Потому что у него почему-то очень сильно к концу отпуска, а нос отличается от чего-то там. Ну, от всего лица я имею в виду. Артикул 0463, вот алоэ. У дочки постоянно вот какие-то прыщики. Так, пептидес, алоэ. Тут мы вместе с девчонками еще делали, да, как вы видите, пептидес. И вот вчера я сделала вот такую вот масочку коллагенчик. Она идет с артикулом 0461. Маски вообще надо делать во время отпуска. Лег спать, сделал маску, выкинул ее куда-нибудь. Утром встал, убрал. Как мы смеемся. Далее брала с собой такую губку.
Безумно классная губка, очень классная. Я люблю в номере попить кофе, потом кофе настывает на стенке, да, то есть я люблю по часу, по два сидеть, как эстонец, распивать. Артикул 910-075, конечно же, я ее тут оставляю, пусть я ей 12 дней пропользовалась, но с собой сырую губку я назад не потащу ни в коем случае. Дальше, очень классная штука, карандаш антинатирин, артикул 16-95. Это такой карандаш-стик от натирания кожи ступней, но я его использую для внутренней поверхности бедер, где-то подмышки, где все вот это вот дело натирается от жары и так далее, не дает там по экскурсиям ползать, еще что-то. Но в этот раз мы особо на экскурсии никакие не ползали, мы просто на маленьком катерочке съездили на остров. Вот, и этот карандаш-стик, он вообще мне в легкую давал, в юбочке, в платьице, ну, у полных людей такое бывает, да, что ноги натираются. Очень мне понравился эффект, чуть-чуть немножечко нанес, и ходишь, гуляешь, да, то есть это уже входит в привычку. Даже в сумочку я его с собой кладу, если уж где вот сильно, да, там, допустим, у нас было 2 дня 36 жары, ну, где-то вот приходилось. Потом, смотрите, вот у нас с вами такие вот новые новинки, которые у меня практически закончились, я уже их брать с собой не буду. Я их начала использовать их в Кирове, взяла их с собой в Москву и уже закончила практически в Дубае. То есть пользовалась я ими чуть ли не полтора месяца от груди до линии роста волос на голове. То есть вы представляете, вообще и лоб, и щеки, и шея, и декольте, то есть все вместе. Эффект мне очень понравился. Ночной крем для лица у нас идет артикул 1382, а дневной крем 1381. Чем понравился? Это действительно коллаген. Кожа, знаете, стала такая более плотная. С утра быстрее все морщинки разглаживаются, быстрее все вообще лицо разглаживается. Очень пожалела, что не взяла с собой крем для век от этого именно коллагена. Он такой вот, да, то есть если стряхнуть как градусник, то вот он такой вот красавчик. Еще есть, но ночным кремом я уже с собой его не повезу, пользоваться не буду. Он мне очень-очень понравился. Я его рекомендую. То есть такой вот он, видите, да? Вот. Слушайте, как хорошо видно, не утеплит ли мне балкон. Не снимать ли мне на балконе в курточке зимой. Да, и второй, это дневной кремушка. Вот он тоже, он практически такой же густой, у него очень приятный аромат. Действительно, лицо сказало спасибо, спасибо, у меня такого нету. Да, то есть у меня такого не было, мне такое надо было. Я считаю, что нужно все-таки разными кремчиками пользоваться. То один компонент недостающий в коже восполнять, то другой, то третий. Ну и, конечно, изнутри это D3, это омега и так далее. В общем, понравились очень кремы. Дальше, вот такой вот тонер для лица. Тоже безумно клевый, безумно классный. Он идет такой, знаете, слегка склизенький. Чувствуется, что у него есть еще что-то ухаживающее. И причем очень сильно хорошо так ухаживает. Тут указано, что он насыщает кожу влагой однозначно. Я после этого тонера было несколько раз, что я вообще, вы только представьте, я вообще забывала наносить крем, потому что сам по себе тонер уже крутой. Выравнивает тон, рельеф кожи, обеспечивает упругость, снижает чувствительность к внешним раздражениям. Ну, вот это я пока никак не проверю. Так, может использоваться самостоятельно или в качестве подготовки к дальнейшим этапам ухода. Тут в составе очень много уходовых средств. Он такой, знаете, сам по себе, он такой вот вроде бы прозрачный, да, то есть водичка, но чувствуется, что он такая склизенькая и ухаживает. У меня его тут, ну вот где-то вот так осталось, я уже сейчас вот протрусим, и уже, скорее всего, он закончится. В общем, обалденно, просто инновация для меня, таких тонеров в компании Faberlic я еще не встречала. Для меня это абсолютно новая новинка, очень интересная. Всю линейку коллаген прям рекомендую. Дальше, вот такое вот средство, несмываемый мист-кондиционер, восстанавливающий умный кератин. Он у меня был с собой, но, во-первых, у меня абсолютно сломался, видите, все, не нажимается. Абсолютно сломался вот эта штучка, я его сколько-то взбалтывала, на руки выливала, по рукам размазывала, наносила, потом расчесывала. С артикулом 78-76 могу сказать, что волосы становятся такие, ну, когда вот вы их феном выпрямляете, да, они становятся прямые, суховатые какие-то, рассыпчатые, не путаются. Ну, в общем-то, все, что нужно, в принципе, да, у него приятный аромат. Но больше всего мне, конечно, понравились другие средства, о которых я вам уже рассказывала. Это как-то не возникло второй, третий раз желание заказывать.
он действительно ухаживает, но такое чувство, что недостаточно. Вот так я вам скажу, потому что вещь классная, но как будто вот что-то вот не хватает мне, да, то есть суховаты волосы. Далее, вот такой вот гель для душа. Взяли мы его с собой, потому что забыли упаковать домой VIP-новинки. Он еще и классная, как пена для ванны. Мы вот столько чуть-чуть в ванну вылили, решили с мужем после дороги полежать в горячей водице. Ну, потому что уже ножки сказали, ого-го, Аня компьютерщица, да. Вот, ну, в плане того, что я много сижу, мало двигаюсь, и, получается, у меня ноги аж горели. И мы полежали с ним в ванной вдвоем, поболтали, он сказал, что он тоже устал, хотя он тоже в спортзал ходит. Не спали мы больше суток, у нас перелет был ночной. Нас посадили около 11 вечера, и приехали мы около 5 утра, то есть, ну, такое вот, да. И, можно сказать, мы, ну, 2-3 часа за ночь поспали, еще до вечера пытались дожить вот в таком китайском состоянии, да, утро в китайской деревне. Это у меня муж такой прикол придумал. Господи, все ли сюда птицы прилетели? Вот смотрите, они просто ждут. Мне прям перед ними стыдно, но они реально ждут. Да, такие два ждуна. Они все просто ходили ко мне кушать. Вот, докормила. Сейчас мне стыдно, что я их не кормлю. Они меня видят и сразу начинают прилетать. Типа, ну, что там, что там? Так, далее, смотрите, такой вот коктейль с коллагеном Клоактив. Очень-очень понравился, прям супер. Мне нравится. Но мне его хватило ненадолго. Я не любитель ходить на завтраки, потому что в отелях на завтраках там одни булочки, пирожки, там всякая нутелла и так далее. Ну, яичко жареное возьмешь, ну, хлеб глютеновый, там еще что-то как-то. Ну, знаете, не особо у меня аппетит, но я его очень быстро выпила. Артикул 156-54. Тут получается 15 порций, но я всегда пью по полторы. Я почему-то одной порцией не наедаюсь. Я голодная через 2 часа. Я пью по полторы порции. Мне его не хватило. Тем более муж после спортзала тоже пил его, потому что кушать хочется, но он пропускал обед. Он ходил 3 или 4 раза в спортзал, и из-за того, что он обед пропускал, он у меня еще убавил. В общем, надо брать 2 таких. Но, в принципе, понравилось. В общем, почувствую Новый год в Эмиратах. Отличный просто гель для душа. Мне очень понравился. 250 миллилитров. Сладкий фруктовый аромат. Действительно, очень-очень такой приятный, но не бьющий в нос. Прямо очень мега приятный. Мне понравилось прям безумно этот гель. Что могу сказать? Буду дарить. Закажу еще. Клево и классно. Викуська ходит по куче кружков и так далее. И я очень много собираю по Дню Учителя, по 8 марта, по праздникам. Очень много собираю различных подарков. Прямо сумками, пакетами. Да, у меня может быть по 15-20 пакетов стоять. Всему коллективу своему рабочему дарю и так далее. Ну, кто далеко, тому деньги еще скидываю и все. Так, кто рядом, дарю что-то Faberlic. Так, дальше. SPF-ок у нас закончилось очень мало. Вот SPF 50 с артикулом 2780. Его мы повезем домой. Вот столько всего израсходовали. И 2 таких вот тюбика. Один забыли на острове. Очень переживаем из-за этого. Но уж на остров мы обратно не вернемся. Я начала собирать ракушки. Он у меня был в руке. И представляете, мало того, что у меня половина ракушек потом разбежалась. Я ворона такая. Ну, кто смотрел мои сторисы в Телеграме, я думаю, все видели. Мало того, что у меня ракушки половина разбежались, так я еще и поставила этот крем. И мы потом уехали, и я вспомнила, ну, там чуть-чуть оставалось, да. Открыли новый, домазали, когда были на пляже, дорасходовали, вернее. Но так получилось, что муж его в мусорку выкинул. Я говорю, ты что, о пустышке? Он говорит, Аня, ты когда будешь отдыхать на отдыхе? Я говорю, господи, мне не жалко час времени уделить за 12 дней обзору. Я говорю, это же мое хобби, это не работа. Поэтому так вот получилось, что 2 тюбика ушли в утиль, и вот третий вот столько. Тут сезон сейчас, самый-самый сезон. Жара 33-36, но очень клево, классно, сильный ветер тут такой, ну, в меру сильный. И прям великолепно получается, поэтому мы везем его домой, выкидывать не будем. У Вики тоже пару таких вот тюбиков SPF 30 закончилось. Очень нравится, еще раз повторюсь, потому что он идет с витамином Е, с пчелиным воском, ухаживает за детской кожей. У нас никаких сыпей, ничего не было. Но мы еще с собой брали балафтилин, кислородный бальзам, а еще брали детский крем. То есть, как бы, отлично. И вот этот вот SPF 30, то есть SPF 50 она использовала первые 3-5 дней. Ну, вот как, говорю, тюбик не кончится, все, говорю, пользуем. А потом тюбик кончился, мы уже перешли на SPF 30. Но она у нас в таком, мы в Таджикистане нашли костюмчик, очень крутой купальник, который закрывает ее полностью, да, и особо
много у нас не уходило. Хотя у нас витилиго, и нам обязательно СПФ. Далее, универсальный крем с аргинином. Где-то мазала ножки, где-то спину. Перемешку с вот этим. И еще у меня не закончился крем с пчелиным ядом. Пчелиного яда тут нет, но вот это вот трио, я просто безумно рада ему, что оно у нас появилось. Артикул 1279 у аргинина. И биорегулятор Signum One 158-15 артикул. Тоже очень крутой гель, крем, который сейчас появился в наличии. Он стоит 4000 рублей, но я взяла всем, прям семьям нашим, по 5 штук и себе взяла 10. В итоге я взяла, получается, 15-20 штук. По-моему, 20 я взяла, потому что его сколько не выпускают, его все время нету. Представляете, все время нету. Разбирают, хотя цена такая ого-го. Так, дальше. Какие БАДы мы пили? БАДы мы пьем обязательно всей семьей. Во-первых, это акклиматизация. Во-вторых, это у нас с вами, получается, новые вирусы, новая жизнь, новые люди. И, конечно, хочется быть здоровым. Омегу мы принимали все впятером, да, то есть у меня и няня пьет омегу. Артикул 157-79. Причем, не поверите, из одной банки омеги можно сделать две банки. Да, поэтому это 4 банки, а не 2. Далее витамин D3. Тоже получился 4 банки, а не 2. 157-77. Вообще, мне кажется, шикарно. Мы сейчас вот пропили этот D3, и мне кажется, все усвоилось. Это новая новинка, которую я снимала в VIP-новинках Vision Support. С артикулом 158-35. Это просто шикарная штука. Поддержка зрения. Меня слепит сильно солнце, я всегда его пью. Но и дочка пропила, и старшая, и младшая, и я, и няня. В общем, мы 60 капсул выпили буквально за 10 дней, наверное, да, то есть у нас быстро оно закончилось. Дальше антипаразит обязательно. Я не знаю, как тут моют тарелки, частенько попадались грязные, поэтому вот это по 2 штуки на ночь я пила стабильно. Ну, не на ночь, а за час до сна. На ночь я пила магний. Стабильно пью, чтобы у меня не было проблем после того, как я вернусь домой. Обычно проблемы раньше после поездок были на постоянной основе, сейчас вот как-то вот спокойно, все хорошо. Артикул 157-63 у антипаразита на черном орехе. Тут в составе есть черный орех, очень круто. Экстракт черного ореха. Ну, тут еще тыква, бутоны гвоздичного дерева, экстракт травы золотитысячника. Ну, в общем, травянистый такой хороший. Мы его, кстати, в своей викуске тоже по одной штучке за час до сна все время давали. Да, но тут мало, 45 капсул, муж пил, старшая, младшая, дочь все пили. И Либероверм под названием антипаразит, артикул 156-97, тоже очень классный, сильный у него состав. Тут муравьиное дерево, порошок, имбирь, гвоздика, порошок, фенхель, семянный экстракт. Да, то есть, ну, такой тоже очень хороший состав, поэтому мы с превеликим удовольствием пропили эти травки в виде капсул. И те, и другие, на всякий случай, чтобы ничего не было. Так как я в Москве получила вот эти вот БАДы, да, все, я решила их оставить, и мы их тут все вместе пропили. Викуська, понятно, Joint Support не пила, потому что это поддержка суставов называется. Тут идет 60 капсул, у меня мужу 36 или 37, господи, 37, а мне 40 лет, и нянечки тоже тут уже за 60 перевалило. И, конечно, мы с превеликим удовольствием втроем вот эти 60 капсул выпили за 12 дней. Последняя капсула мы сейчас вот с утра разложили в дорогу. Артикул 158-33. Ну, что могу сказать? За 10, за 12 дней, конечно, ничего не поменяется, но пить нужно обязательно на постоянной основе. Дегидрокверцетин. Это сердце, это иммунитет, это сосуды. Конечно же, не только при перелетах, но и при резкой смене климата, да, то есть мы уехали, в Москве было где-то -1, -2, и шел снег, а сюда приехали 30-36. Конечно, перепад сильнейший, поэтому мы обязательно его вот пили. Викуська один раз в день пила, но мы и дома его пили, потому что она его начинает пить, ручки-ножки теплые, перестает пить, ручки-ножки опять холодные. 157-90 артикул, тут шикарный состав, витамина Е, С, линолевая кислота и дегидрокверцетин. Такая вот красотища. Вообще людям за 40, любящим там кофе или еще что-то, как я, нужно его вообще пить на постоянной основе. Далее закончился у нас, всей толпой пили коэнзим Q10. Это срок жизни клетки, и мы с вами все знаем, чем реже клетки делятся, тем дольше мы с вами живем, потому что у нас у всех с вами свой ресурс. И после 30, я про него читала, доктор-врач рассказывал на сайте Faberlic, что после 30 коэнзим Q10 практически уходит к нулю, и его нужно получать такими, как сказать,
допустим, там килограмм говядины за день съедать, тогда у вас будет суточная норма. Поэтому мы коэнзим Q10 пьем практически на постоянной основе. Ну, бывает там день-два, там три за месяц пропустим, а так постоянно пьем. Артикул 158-37. Чем дольше живет наша клеточка, тем дольше живем мы. Это нужно обязательно понимать. Магний хелат пили на ночь с мужем и со старшей дочкой, и с младшей, и с няней. 158-01 артикул. Я думаю, про магний можно не особо рассказывать. И вот смотрите, сколько мы выпили. Много иммуномодулятор Форте. Так, это другой иммуномодулятор. Вот Форте мы выпили 2. С утра мы пили по 2 штучки. Артикул 156-79. Пили по 2 штучки по той простой причине, что действительно тут очень хороший состав. Тут и куркума, и бета-глюканы. В общем-то, да, ну это обычные травки. Ну, дигидрокверцетина тут маловато, поэтому мы еще допивали обычным дигидрокверцетином железо, витамин С, витамин Д. И я вам могу сказать, что действительно бодрость постоянная. То есть мы пили с утра по 2 штуки все за 40 минут до завтрака, и потом мы выпивали по одной штуке до обеда. Для меня это жизненно необходимо в поездках, во всем. Это еще Москва. Ну и нас тут много, считайте, да, 5 человек, в Якутии по одной пила. Дальше, иммуносистем суппорт комплекс, это немножечко другой, иммуностимулятор. Тут бурые водоросли, спирулина, хлорелла, аминокислоты, ундария перистая, то есть тут немножечко другой состав. Витамин D и витамин В2. То есть вот это вот все, конечно же, здорово. Вот такая вот красота. Тоже его пили. Дальше Good Flora. Это еще старая версия. Видите, где крышечки такого цвета. Это еще будет перевыпускаться на русскую версию. Артикул у него 156-85, если он есть в наличии. И тут тоже очень классный состав. Good Flora – это поддержка микрофлоры кишечника, что, в принципе, очень важно. Он очень хорошо работает. Он прям безумно великолепно работает. Мне нравится с ним ездить. Вообще его нужно принимать 3 месяца. Без перерыва, то есть, ну, где-то почти 3 месяца мы уже его и пьем. До этого делали перерыв. Далее, ну, как же ж мне за собой не последить, значит, тут чуть-чуть его, как вы видите, осталось. Это 2 штучки увлажняющего тоника для лица, артикул 28-21. Очень классно. Да, дочка моя взяла с собой такой вот порошок. Вот, представляете, мы пластины, она порошок, я вообще в шоке была. Артикул 321, то есть Вика, Лара и Катя вот этим порошком стирали, за 12 дней и стирали. Ну, что сыплют без меры, поэтому таким образом получилось. Так-то, по идее, его надолго хватает, потому что он концентрированный, ну и все уже, да, порошка нет. Далее у нас гиалуроника, это мицеллярная вода, артикул 28-19. Вот представляете, столько израсходовать за месяц, вот такую банищу. Ну, потому что в Дубаях жарко, я потела, это вообще был кошмар. Далее, спрей антиперспирант, эффект до 3 дней, это любимчик мужа, ну, практически пустой, артикул 26-79. Так, контроль сахара, биологически активная добавка к пище. Принимали мы его тут все, потому что тут где-нибудь попадался сахар. Соусы, еще что-то, ну, сами понимаете, еду мы тут не готовили, кушали, что попало. Артикул 156-83. Дальше гель для бритья. Тоже 3 тюбика решила тут оставить. 25-71. Применяла его 2 раза. Израсходовала где-то вот столько. Очень понравился. Он еще идет с экстрактом орхидеи. Вот после него у меня раздражения вообще не бывает. Практически. Иногда, конечно, бывает. Дальше гель для умывания. Брала с собой 2 штуки. Израсходовала 1,5. Артикул 28-20. Ну, почему вообще большой расход идет? Потому что, вот честно сказать, с утра покупался, уже весь в соли. Идешь в душ, идешь умываешься, моешь голову, ты-дин-ты-дин-ты-дин-ты-дин. Сходил, пообедал, вспотел, но пошел купаться. А опять весь в соли, опять умываешься, идешь в душ и так далее. Вечером пошел гулять, вот особенно первые 3-4 дня, когда идет акклиматизация, ну, все время потеешь, даже если тебе не жарко, потому что другой климат, другой воздух, все другое. Дальше, значит, доктор Кор. Это мягкий гель для умывания, эффективное средство для бережного очищения. Он глубоко очищает кожу, не вызывает стянутости, сухости. Это для людей с жирной кожей. Артикул 0589. И это вообще серия антиакне. Это серия моей старшей дочки. Она ее прям полюбила и пользуется. Дальше, сухой шампунь. О, это просто кладезь. Просто кладезь всего, что не наесть. И очень приятный запах, сильный, который мне нравится, это во-первых. И во-вторых, он очень быстро абсорбирует весь жир, всю грязь. Потому что, допустим, покупался, хочешь снять сторисы, пших-пших, расчесался, все, пошел, уже нормальный.
да, вот, и так далее. То есть он мне был нужен в течение дня, там, пошел на ужин опять. Значит, это номер Кати, номер мой. Получилось две штучки. Артикул 8722. Мы еще с собой брали мыло от Faberlic, но обертку мы выкинули. Так, дальше. Без артикула, к сожалению. Бесси. Парфюмерная водичка очень понравилась. Нежная, легкая, классная. Прям вот то, что нужно мне. Так, дезодорант 25,90. Ну, тут чуть меньше половины, но тоже уже не повезло. Почему меньше половины и всего лишь за месяц? Потому что три раза в день я им практически пользовалась. Да, то есть два раза в день, если в душ схожу, два раза в день помажусь. Голову приходилось мыть 1-2 раза в день. Это получается... Ну, не меньше 25 раз за 12 дней, иногда 3 раза в день, ну, смотря сколько и в каких количествах купалась, вот, а соленая блондинка, да, соль на волосах у блондинок, это, конечно, трэш. Во-первых, у меня закончился вот такой вот крем-флюид мультиколлаген, могу сказать, что он как будто не допитывает мои волосы, мне как будто не хватает, хочется еще чего-то нанести, то есть он со мной не справился, а вот этот очень даже ничего, справляется на ура, и самое главное, его не переборщить. А то будет не очень красиво. Это эликсир глубокое восстановление для всех типов волос с артикулом 1897. Такая, знаете, маслянистая жирность, но волосы жирными не делает. То есть очень классно. Очень понравился, буду заказывать еще. Моя любимая линейка. Кстати, вчера на сайте я вот это не нашла. Анти-йеллоу, артикул 2712. Очень мне эта маска нравилась, но на сайте нет. Но у меня сколько-то есть еще, одна-две в запасниках. Ну, конечно, это на 6 применений максимум 2 штуки. Не знаю, что они сделали, почему. Убрали. И шампунь 2710, прям обожаю его. Это вся линейка, которая нейтрализует желтизну. Далее мои любимые маски. Каждый раз, наверное, в моем обзоре 1882. Это вот эта вот линеечка. Да, вот это вот. Дальше маска Ultra Power. Кстати, очень мне понравилась. 1890. Активное питание называется. Действительно активно питает. Так, Арису. Вот это мне не хватило, честно вам скажу. Восстанавливающая маска. Но что-то как-то не хватило. 7726. Хотя дома хватало. А тут часто мою голову жгу, соль, и мне маловато ее целебной соли, а дома вот хватает. Дальше шампунь старшей дочери для жирных волос 0191. Так, это идет бальзам интенсивное укрепление. Я его брала для себя. Артикул 1899. Дальше делегация у нас с Катей волосы длинные, поэтому пользовались мы практически своими шампунями, но так получилось, что я свой шампунь забыла. Я пользовалась отельным шампунем и шампунем мужа, но муж потом сказал, хватит, ты, говорит, помоешься, четверть нету, мне самому не хватит. И я мылась отельным, ну, в принципе, мне повезло, нормально он мне подошел. Так, это значит, у нас идет бальзам восстановления уход 8750. Катя, хорошо, мне слабовато, насколько помните, да, я вам это рассказывала. Это у нас сорт артикулом 1881, вот такие вот три штучки, да, ну, видите, аж просвечивают. Вот еще столько осталось, но мы решили оставить. Я сейчас в душ пойду, вот это дорасходую, то дорасходую, ну, в общем, поняли, да, то есть останется фигня магня, как у меня старший говорит, мама, вся фигня магня, расслабляйся, кайфуй, отдыхай. Так, артикул 1881, про него скажу, что вещь обалденная, клевая, классная, крутая, это бальзам глубокое восстановление, он питает волосы, он возвращает волосам силу, блеск, волосы рассыпчатые, блестящие, клевые, классные. Если еще вот это проделать все вместе, вот это вот, да, то есть именно, это же одна линейка, боже мой, ребята, это просто крутяк. Я не ожидала вообще такого эффекта. Эффект вау. Просто помыл голову, нанес маску. После маски бальзам. Обязательно нужно наносить бальзам после маски. Потом еще вот этот вот филлер. И в итоге получается просто бомбезная, бомбезная классная шевелюра, которую вы просто несколько раз расчешете. Но видно, что волосы сами естественно высохли. Но вот этих паклей блондинки пережженной нету. Вот мне это очень понравилось. Намного более ухоженный вид именно вот с этой линейки, если целиком ей пользоваться. Я прям смекнула, что с собой брать. И прически, кстати, хорошо держатся, потому что я ими пользовалась и тогда, когда нужно было делать прически. И прически нормально держались. В общем, вот это трио меня прям покорило. Я не знаю, как так. И ухаживает, и прическа держится. Мне очень понравилось. Так, любимый шампунь мужа против перхоти с перитионом цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Артикул 1303. Так, дальше у нас получается Ферик Эссенсуэль, это Катин гель для душа 8120, но она его быстро исполоскала, говорит, мам, у меня геля для душа нет, я говорю, пользуйся отельным, я говорю, у нас тоже один, ну, в принципе, нормально, тут хороший отель, не дешевый,
Дальше у нас закончилось очень много увлажняющих кремов. Ну, как много? Штуки 3-4, ну, максимум 5 закончилось. Уцелел один, потому что один раз стала так открытым, ушла на завтрак, они увидели пусто и выкинули, короче. Вот, и так они у меня навыкидывали, потом я уже начала спасать пустые баночки. Ну, в общем, ну, где-то вот столько ушло. Это суфле, я не знаю, есть ли оно еще в наличии, ему уже, наверное, 100 лет. Артикул 83-96, оно идет 150 миллилитров, но очень понравился такой горьковатый кокосик, что ли. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Клонова Аня, куча пустых баночек, я пошла в душ допаковывать сумку и полетела в свой любимый Киров. Честно, соскучилась по работе безумно. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Ребят, по пустышкам дополнение. Еще забыла вот такие вот классные патчи Бамвик Миркл. Тоже уже оставляю их тут, потому что уже смысла нет. Тут чуть-чуть осталось вести их с собой. Да? То есть вот такие вот классные патчи. Очень хорошо пропитанные. Очень классно лежат на руке. Просто великолепно. Поэтому вот такая красота. Очень мне нравится. Так, артикул не подскажу. Могу сказать, что они антивозрастные и действительно очень хорошо мои морщины точно разглаживают. Вот такие вот пачулечки. Дальше зубная паста. Оставила почистить зубы и совершенно про нее забыла. С артикулом 1694 очень классная паста, но для меня она слишком термоядерная. То есть она идет 200+, концентрированная. Нам ее хватило и на Москву, и на Дубай. И еще вот видите, сколько много осталось. То есть реально хорошо, да, на 2 человек. Ну, в общем, она особо не закончилась. Дальше гель для бритья мужа, блокбастер. Антох, как тебе гель? Я люблю гелями, не пенами биться, поэтому мне нравится. Угу. Артикул 2716. Вот на него аннотация, состав и так далее. В общем-то, очень достойно. Ну все, теперь точно все.